Всем привет, ребята! Сегодня у нас специальный особый выпуск. У нас сегодня будет приглашенный гость. Вот, и этот гость, чтобы попасть даже своим голосом в это видео, короче, задонатил мне сегодня на баланс, понятно? Вот так вот он сделал, чтобы попасть в этот видос. Он взял и задонатил. Единственное, что я использовал промокод, а он, прикиньте, потратил целых 250 рублей. Да ладно, ребята, конечно, шучу. Я, конечно, шучу. Не было ничего такого сделано. Вот, я сам баланс закидывал. Просто мы с ним договорились, что будем сегодня открывать вместе. Он будет мне маленечко подсказывать. В общем, какая сегодня у меня идея? Ты что там молчишь? Ты хоть поздоровайся с публикой-то там. Всем салам, ребята. Всем вот, привет. Всем салам, пополам. Может, кто смотрит его видосы, угадай, узнает его по голосу. Сейчас я, в общем, открою несколько звезд. Мне там один из подписчиков написал, что, говорит, типа, говорит, забей ты на Silver Elite, он вообще не дает, не окупает. Попробуй, говорит, пооткрывать звезды, попробуй пооткрывать там Амонги. В общем, что-нибудь такое, может быть, будет. И, короче, это, ну, начнем с... А, блин, я как всегда забываю. Мы начнем разминку с бесплатного кейса. Я всегда забываю. Да, я все про него забываю. Посмотрим. Вчера мне какая-то тут какашка с него выпала там на 20 рублей. Ну, смотри, Азим попадет. Азим, да, хуя Азимов. Не, ну, это, короче, на пляже просто Азимов. Это Азимов такой закамуфлированный. Ну ладно, плюс 11 рубасов на баланс. Что, давай сейчас. Азимов закаленный, закаленный в боях. Настолько закаленный, что прям знаешь вообще, да. Окрас поменял. Окрас поменял. Давай попробуем. Мы будем открою, короче, медленно. Разика. Разика 3 откроем. А может, даже 5. Жар. О, смотри. Да. Ну нет, это окуп. Рубас на 2 рубля. Пацаны, я бизнес пошел в гору. Короче, бизнес прет бизнес. Так, тогда давай пока, ну, не, пока не будем продавать, пока оставим, да? Да, слушай, оставить же, наверное, пока. Да, после видоса олигархом станешь. Но я серьезно говорю. Отлично. Так, бамбук. О, слушай, хоть бамбук, да, но курить не пришлось, а там, да, пока не курим. Хоть и бамбук, пока не курим. Давай еще разок. Мы спортсмены, так сказать, осуждаем вот эту всю тему. Осуждаем. Вот, арктический волк должен хорошо стоить. Смотри. Ну как бы это. Нормально. На 3 копейки, короче, он меня опрокинул. Вот так вот, 3 копейки прокинул. Так, давай еще разочек откроем, еще разок посмотрим, что он. Не, ну все равно это лучше, чем этот, чем Сильвер, короче, чем бамбук уже был. Бля, сегодня, еще один бамбук, смотри. Вот это нет, да. Какой-то нонсенс. Ну, слушай, что, какой кейс-то еще? Давай Панкера, откроем. Говори, что откроем. Что, давай еще откроем. Слушай, 200, смотри, короче. Ну. Смотри, короче, я тебе хочу посоветовать один кейсик. Говори. Короче, он прям хорошо окупает. Ну, по крайней мере, меня окупал. Давай, спускайся ниже. Вот, смотри. Сейчас тебе подскажу. Еще ниже? Не, смотри, вот есть кейс калаши, видел? Вот калаши, где? Вот тут где? Да, вот кейс калаши. Калаши, видел? Вот этот? Его попробовать? Да, вот этот. А, ну-ка да, давай. Попробуй один раз открыть. Давай, раз давай. Открыть. Посмотрим. Давай. Окупает. Он должен, по сути, окупить. Валентность. Вот, смотри. Да ты красавчик. Что, давай еще разок. Ну, конечно. Все, она сейчас не окупит. А, все не окупит, да? А тогда что? Уходи отсюда, смотри. Так, далее можешь сейчас пойти ниже. Чуть-чуть еще ниже калашей. Да, ниже калашей, ниже. Ты мне сейчас там какой-то ножевой скажешь, там за пятнашку там открой, да? Давай. Ну, давай. Может быть, давай повыше тогда. Нет, там какие-то дорогие кейсы, страшные сцены, я что-то не хочу. Да, да, ну давай. Так. Ну, попробуй сейчас крутануть Angry Red. Вот этот Angry вот Red. Этот? 40, Angry. Да, Angry давай, Red. Давай, посмотрим. Штансы 50 на 50, то есть. Ну, я думаю, то, что я сейчас... Ну, сейчас, короче, защитный каркас, да, в него сейчас выпадет тут, да, например? Да вон, атомный сплав сразу. А, да. Ну, давай посмотрим. Ну, давай попробуем. Ну, я ничего не обещаю, честно, на этот кейс. Ну, давай попробуем. Ну, понятно. Ну, такое себе. Слушай, ну, защитный каркас прям вообще прям рядышком был, да? Батит. Давай еще разок его, короче. Давай разок еще. Ну, давай разок. Давай рискнем. Без было вообще. Кровавая паутина. Ну и что, зато один кейс окупили. Так, двумя этими куколками. Да, хватит. Так, что мы, и что тогда сейчас? Сколько у тебя осталось сейчас на балансе? Ну, 130 еще есть. 130, да? Ну. Так, мы сегодня Silver Elite, так сказать, наше призвание не крутим, да, сегодня? Не, ну можно, конечно, попробовать. То есть, ну, давай один раз крутанем, посмотрим, что как там по шансам. Ну, посмотрим. Сегодня. В общем, короче, 13 рублей, я не знаю, что он там это. В принципе, так еще. Какие шансы на сегодня вообще 13 рублей? Смотри, слушай, ну это ничего. 15, 2 рубля или сколько, 3. Примерно на 3 рубля там, да, вот. Ну да.
Давай еще разочек. Давай. До сотки 104 там еще есть. Вот. Слушай, ну в принципе-то... Это херня, да? Вот. Да. Зайди сейчас в профиль к себе. Ну. Посмотрим, сколько ты... Смотри, 311 уже ты выбил. На 311. Ну, подожди, сегодня, смотри, сегодня у нас шестой день, короче, получается. Это по 250, это 1500, короче, вот. А я с сайта только, грубо говоря, 900. То есть мне надо 600 рублей отсюда, короче, сегодня как бы забрать, чтобы я это в окупе был. 600 рублей, да, тебе надо забрать? Ну, надо как-то 600 рублей сделать. Вот, ну, валентность-то можно, конечно, оставить. Давай тогда сейчас зайдем в контракты. Давай в контракт зайдем. Ну, давай, давай. Сейчас кое-какая такая тактика у меня окупа, так сказать. А, у тебя есть тактика окупа? Ну, я, по-моему, в контрактах. А, во, только... О, что-то он тормозит, капец. Короче, сайт что-то мутит. И что мы будем делать с контрактами? Сайт хочет нам, так сказать, сделать миллион баксов сегодня. А, да? И что? Главное, не сглазить только. Короче, смотри. Все самое дешманское закидываю сейчас в контракт. Самое дешманское все. Ну, понятно, ладно. Вот 4 пуколки вот эти. Не-не, по-моему, это хорошее. Да, 4. Это что, стоимость? Фига тебе, 26 рублей. А, 26 это хорошее, да? Да, 21 это такой себе, 26 это, ну, более-менее. Ну, то есть это уже как бы окуп кейса, да, получается, там, считай. Ну, да. Смотри, короче, 62 рубля в контракте, да? Ну. Ну, 62. Вот видишь, да, вот видишь, цель у тебя есть случайная. Ну, и что будем пробовать? Вот поставь, наверное, какой-нибудь пистолетик. Пистолетик вот поставь. Ну, тут. Да-да-да. Ну все, пишем букву Х, да, тогда. Да, вот. Ну давай посмотрим. Давай посмотрим, что будет. Опа! Вот это да! Сувенирный, понимаешь, и сувенирный, короче. Отлично! Я тебе говорю, что это тактика просто. Слушай, так если бы надо было все бы мы закинули бы, он бы это в два раза бы там больше дал бы. Сейчас на 600 рублей бы мне, прикинь, сразу дал бы. Ну, конечно, было опасно. Так, что дальше? Сколько сейчас, профиль зайди сейчас свой, сколько у тебя сейчас? Сейчас у меня 369, то есть, ну как бы на 60 рублей больше стало. То есть там же было 60. Смотри, сотка у тебя еще на балансе, у тебя сейчас 480 где-то, грубо говоря. Ну. Так, окей. Давай ничего не продавай тогда, заходи опять там на кейс-батл. Ну, давай. Так, смотри, слушай, уже что-то хорошее вырисовывается, да? Ну, хер его знает, там, что хорошее сейчас. Сейчас, может, подведет там что-нибудь к носу, он понюхать. Че, не хочешь Амонга попробовать круто? Ну, я их крутил, они мне вообще что-то не выдавали. Мне с красного, мне я вот крутил, по-моему, на втором выпуске, мне с красного давало. Давай крутанем Амонг два раза. Как раз сотка есть. Ну давай разок. Ну хотя бы давай крутанем, давай посмотрим. Давай посмотрим просто, какие шансы на Амонге сейчас у нас. Слушай, горячий не грёзы. 63. Ну это как бы окуп, 63, да? То есть это в принципе окуп. Да. Так, и что-то... Так, слушай. Ну, сейчас мне кажется, он просто не окупит тебя. Да? Ну давай проверим. Да, давай. Давай проверим, окупит не. Давай проверим, давай. Давай проверим. Что рискуем? Кто не рискует, тот не пьет кое-что. Да, тот не пьет лимонад, так как бы смешанный. Ну, вот, 28. Ну, ладно, так, давай тогда думать, что нам сейчас надо, что придумать. Может тогда продаться, дешмань, всю эту продать, оставить вот эти, которые больше сотки хотя бы, а это все продать и что-нибудь еще открыть. Может какой-нибудь как открыть один кейс на всю вот эту вот, которая там есть. Может так попробовать? Ну, продать. Да, давай продавай тогда. Так, как тебе вот идея, так сказать, зайти потом в конце в апгрейды? В апгрейды? И да, чё, в апгрейды. И у меня как бы с апгрейдами... Что они там пробовать делать? Вообще любви-то никакой нету. То есть апгрейды меня совсем не любят, понимаешь? Смотри, какая сейчас у тебя любовь-то в контрактах и в кейсах. А что-то я все продал, а у меня только 31 рубль на балансе. А ты обнови страничку просто. Так, как там, F5 же, да, она вроде обновляется? Да, F5 просто. Во, видишь, 240. А, ну ладно, слушай, мы еще живем, да. Что тогда можно еще открыть тогда? Смотри, а что можно открыть такое на 240? Слушай, мне как-то говорили, там черепашки-ниндзя какие-то там тоже вроде дают. То есть Леонардо там типа, да, какой-то чувак ровный. Давай Леонардо посмотрим. Слушай, ну что-то я прям боюсь Леонардо крутить. Леонардо. Давай, может, попробуем сейчас на Angry Red. Он нас не окупил два раза. Angry Red. Может, сейчас окупит. Да, Angry Red. Вот он нас не окупил два раза. Вот этот. А, да, типа, он типа даст, два раза дал. Да, я думаю, давай посмотрим. Он два раза нам не дал. Смотри, слушай, это, по-моему, хорошо. Ну, опа. Это да.
Хорошо. Ну, как бы красивый, конечно, скин там. Че, еще разок, может, сейчас двора отъедет. Все, да, теперь уходим. Да, ничего он сейчас не выдаст. Он сейчас на 20 рублей капнет опять. Ну, понятно. Есть так, больше. А что тогда бы открыть там? Angry Bomb, Silver Elite, магия, астрология. А что чума, эбола какие-то? Так, А вот... здесь какой-то коронавирус дорогой, слушай, прямо. О. Косарик. Ну, оттуда здесь... чаще всего и фигня падает. За косарик открываешь. Дорого здесь. А у меня 195. А что можно такое? Ганнибал. А ты вообще ведь... А? Ты рисковый парень? Рисковый парень? Да, скажи мне. Блять, ну да, можно рискнуть. Ты что мне там хочешь? Ну смотри, вот я бы посоветовал тебе сейчас рискнуть и Ганнибала бы один разочек крутануть. Ганнибал? Потому что, да, потому 80? Что кейс новый и, ну как бы, может реально навалить. Он как бы 80 рублей. Ну давай посмотрим. Ну, ну давай, если уж... Я не слежу же там. Топлю. Опа, смотри. Нормально. Ну ты нормально мне советуешь, да? Я просто попадаю в точку. Да, да, да. Ну хорошо, в принципе. Так, а что так? Вообще отлично, я бы тебе сказал. Так, а что мы еще? О, здрасте, жопа, Новый год. Приплыли. Это точно. Блин. Вот такие вот у нее проблемы. О, проснулся. Вот, да. Так, и что тогда? Сейчас так, еще попробовать. 115 рублей, да, у нас на балансе? Ну, что у нас тут вообще? 448, как 450. Бы. Кстати, ты отбил и свой деп, и свой минус. Ну, деп, не, я еще не отбил. Если я буду, мне же надо 1500-1500 отсюда вывести, а я сейчас буду, если выводить, будет... 1500 надо вывести. Ну да, тут будет только 1300, видишь, еще 200 надо как-то сделать. На чем? А на чем и как? А, слушай, ну, так, подождите, сколько у нас баланса сейчас? Ну, сейчас 448. А просто на сайте? А на сайте 115. 115, да? Давай, короче, открутанем еще один раз Silver Elite. Просто до сотки. До сотки, ну давай. Это тактика такая, до сотки. Против, ну давай. А если он, смотри, а если он годноту какую-то даст сейчас и не это? А, ну белая рыба. Ну это такое себе годнота. Хуйня, да? Ну да, ну 4 рубля минус, ну ничего, несущественно, так сказать. Ну конечно, несущественно. Так, слушай, ну и дальше можно попробовать... Чё? Ну смотри, подожди, вот у меня же еще вот что мы будем вот с этими делать, которые вот у меня, ну, которые свыше 150, я их как бы заберу, то есть все равно, то есть я не буду, сувенирные я тем более заберу, вот. Хорошо. Потому что как бы сувенирные это в любом случае редкость, он как бы в цене-то может скакануть, а которые вот больше сотки, я их заберу тоже, потому что, ну, пойдут на розыгрыш, хер с ними там, да, а вот которые вот это вот, что, их продать и попробовать кейс открыть? Не, это на апгрейд, давай, ну, подожди, какой, да. Ты имеешь в виду вот эти вот, да? Да, есть... вот за 67 на апгрейд засунем. Ну... И вот этот 9 рублей не продавать. Это будет сливной. Это сливной, это сливной будет, да? То есть... Да, сливной апгрейд будет. Ты думаешь, так, а подожди, сколько у меня вообще? Вот. А, ну у меня вот этот. Ну тогда нам что-то еще надо пооткрывать, понимаешь? Да, что? Давай еще. У нас сотка еще есть на балансе. Что, давай Ганнибала, может, еще откроем. Может, Ганнибала еще. Ну, как давай, бы с него что-то дало, там, может, хер его знает, может, он. Может, ну, Ганнибал все-таки будет человеком, не какой-нибудь он там. Смотри! Нормально! Нормалды, точно нормалды. Слушай, отлично, да. Ты хотел 600 рублей? Вот, да, вот я хотел, да. Еще, подожди, у нас же еще 22 есть. Да, 22. Ну, крутани там сильверолитую. А, продай вот эту белую рыбу, два раза крутани сильверолитую. Да, да. Все-таки. И два раза у тебя краски хватит. Ну да, давай. Смотри, слушай, как прет вообще, да? Ну, как бы, может, потому что это вечером, потому что я-то обычно с утра его кейс-баттл весь записывал, а может, потому что вечером... О, смотри! 52, ну, тоже ничего ж, да, такая? Как прет! Ну-ка, давай еще. Я говорю, ты олигархом, я тебе говорю, давай еще разок. Ну, ты прям это... Не, ну, нам же что-то надо еще в апгрейдах, что-то... Ух, я вот Орион-то хочу сюда... 4.25. Ну, как бы... Ну, все, загадывай в апгрейд теперь. Апгрейд, ну, давай, попробуем, конечно. Так, что мы... С 4 смотри. Рублей. Так, рисковать мы сильно не будем. У нас получается 2 топливных за 155. Это где-то около, ну, около 500 рублей. Ну вот это вот как бы 4 вот этих я бы хотел, конечно, вывести. Ну это заберем, вот. Вот эти вот 3 пуколки можно... Вот сейчас сливной делаем из этого по 2000, сливной делаем. Ты имеешь в виду на 10%, да? Да, то есть, на 10% сделаем. Ну да. Давай на 10%. Вот так, сейчас сливной это вообще не зайдет. Я думаю, ну, будем не надеяться, что не зайдет. Ну, конечно, вот, смотри, не заходит, отлично. Да, он... Сверху упал, все, это хорошо. Сейчас делай, смотри, сейчас все делай. Давай, что делать? Ставь вот эту М-ку. М-ку вот эту, да? Хочешь? Ага. Да. И смотри, чё? И ставь ее, короче, на 90 рублей ставь ее. На 90? Да, на 90. Что, серьезно, на 90? Да-да-да, тактика. Подожди, такая. Мне это, что-то это... А ты просто нажми на другой слот сейчас нажми просто. Да-да-да, вот на этот.
На любой. Да, и обратно на М-ку. Вот. 90. Да. А, вот. 90, ну, давай помню. Вот эту попробуем. На 60%? Да, на 60%. Ну, ты хочешь ее? Кого сверхновую? Да 90 как бы он маловато же, видишь, 90. Но он заходит, ага, он заходит. Опа! А я тебе говорю, то, что зайдет. Не, ну он зайдет, ну как бы 90, я же не это, такие, как бы, ну это только продать его, если 90. Что тогда, и что дальше, ну говори, подсказывай, что. Так. Гений. B2000 тебе не нужен, да, вот этот вот красный фрагмент? Да, не, нафиг он же меньше 100 рублей стоит, куда я. Не, ну в принципе его можно на какое-то на место третье будет разыграть, когда-нибудь. Ну, оставь его, и вот этот М249 сейчас продай, но... просто продай. Продать, ну, пойдем. Да, и на все бабки можно открыть Silver Elite, короче. Silver Elite. Потому что сейчас апгрейд, скорее всего, не зайдет. Так. Вот эту вы продай. У меня я такой же вывел уже скинчик просто отсюда. Ну, давай Silver Elite, короче. Смотри, у тебя 626 рублей и 72 на балансе. То есть сейчас 600... окуп. Но... Окуп и 2,5, да, где-то примерно. Ну, как бы не 2,5, но, по крайней мере, я... за. Да, бывает. Здрасте. Обнови просто. Да, он это. Он. Слушай, ну как ты вообще обновлять? Доволен сегодняшним дропом? Не, ну так-то нормально, конечно, что-то. Вот. Один раз звезды можешь крутануть, кстати. Звезды? Вот да, этот? Да. Ну давай. Посмотрим. Офигеть, можно записываться, короче, по тактикам окупа просто. Чисто. А, да? Да. О, а. Фигня выпала. Фигня. Короче, я ее сразу продам, нах. Ну да, подавай. Давай, да. Чё? Ну, Сильвер-элит на все оставшееся. Да, ну давай, посмотрим. Да. И потом слушай, чё? Ну мне понравилось, я вообще не знаю. А потом... О! Опа! Я ж тебе говорю. Давай еще, короче, крути её. Так, еще. Кто говорил, что она не выдает сегодня, а? Ну я ничего, я не говорил, что не выдает. Мы же, вот видишь, просто смотри, смокинг. Смотри, как выдаёт. Тоже как бы... А, ну мы сейчас, знаешь, что, наверное, сейчас еще два раза откроем и 4 вот этих вот дешмани попробуем. Давай, может, опять контракты, что-нибудь, черный песок. Ну давай контракты, а потом в апгрейд засунем. Еще. Ну то, что и с контракта выпадет апгрейд, да? Да, апгрейд засунем. Мраморный градиент. Ну это херня, короче, так. Вроде бы градиент, но хрень. Шляпа, короче, какая-то вот. Бля, может вот эту тоже закинуть, она мне как бы тоже такая не в жилу вообще. Ну, на 160-й. Чё мы тут? Ну давай тогда, давай рискнем. Окей, чё нам с пацаном-то? Что нам бродят? Перчи, давай перчи. Давай, сейчас они выпадут. Это 690. Да. Закалённые там. Вот, давай штурмовая винтовка, короче, посмотрим. Короче, мы 160 закидываем и смотрим, чё мы можем отсюда заобрать. Давай. Опа! Не надо апгрейды делать. Отлично, отлично. Сколько у нас, сколько сейчас баланс? 805, понял? Все, короче, я сверх своего депа, короче, еще сотку 150 рублей сделал. То есть за 6 дней было закинуто сюда 6 раз по 250, то есть это полтора косаря. Вот 807, вот, ну, вот столько я вывел, и вот еще столько вот есть. Вот короче, нормально. То есть, слушай, ну, нормально, сотка. Конечно, да. Ну что, я это, короче, все, конечно же, буду тогда выводить. Я буду. Не будем мы как бы жадничать, да, потому что, ну, как бы скины я выбиваю в первую очередь, чтобы разыгрывать, потому что мне такое количество их просто не нужно. В общем, ребят, спасибо моему сообщнику за подсказки, за грамотные такие эти. В общем, обращайтесь, я там потом ссылочку на его канал в описании прикреплю. В общем, кому надо будет окупаться, обращайтесь. В общем, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Ну, а мы уже с вами увидимся завтра. И, скорее всего, завтра у нас будет розыгрыш в онлайне. Завтра будет онлайн-розыгрыш. Все, ребята, всем пока, до новых встреч.